Всем привет, с вами Любомир Борода, и наконец-то у меня дошли руки для того, чтобы сделать обзор на вот этот прекраснейший, чудеснейший рюкзак от компании Hardride, который называется Civilian. Это роллтоп, такой же, как у меня. Сейчас я покажу, кто смотрит мои обзоры, влоги, фотографии, тот видел этот рюкзак много раз, потому что я уже таскаю его полтора года. Вот. Когда компания Hardride делала опрос по поводу лучшего городского рюкзака, то писали именно про этот роллтоп, но были высказаны пожелания, что он немножко широкий и под город, ну, как бы не совсем соответствует. И компания сделала рюкзак более узкий, с одним карманом. Все очень просто и все очень круто. Одно большое, достаточно глубокое отделение. Сюда вы можете запихать вагон и маленькую тележку. Внутри мы имеем один карман и одно отверстие, как сказать, перегородку для ноутбука. 15-я диагональ вылазит легко. С правой стороны рюкзака мы имеем вот такой вот доступ в основное отделение. Это очень удобно, когда вы несете рюкзак на плечах, вы можете сбросить лямку с одного плеча и попасть в основное отделение, взять все, что вам необходимо. Для того, чтобы в это основное отделение не попал кто-нибудь другой, у вас существует такая вот предохранительная кнопка. Соответственно, если эту кнопку кто-то начнет расстегивать, то вы все услышите. Также кнопочки имеются на самом рюкзаке, на самом роллтопе. То есть вот у меня, например, он без кнопочек. Раньше компания Hardride их сюда не ставила. И просто мы эти панельки соприкасали и сворачивали. Сейчас можно уже застегивать, скручивать и, собственно, закрывать на фастекс. Вот так выглядит рюкзак в сложенном виде. То есть вы идете куда-то в город, кладете туда все самое необходимое и гуляете. Если у вас за день, например, появилось что-то еще, вы расширяете свой роллтоп. Тут ремень нам позволяет. Он увеличивается, и вы можете, собственно, увеличивать объем вашего рюкзака. Дальше, что у нас здесь есть? Фронтальный карман на велкро панели. Большой, удобный. И, можно сказать так, потайной карман за этим карманом. Вот такого плана. Сюда можно тоже что-то складывать. Панель Molle для организации каких-то небольших предметов. Фонарики, ручки, возможно, какой-то карабинчик. Ну и может быть что-то еще. Кто во что гораздо, короче, можете напихать сюда и ходить. Съемная роутер, панель, идентификатор Hardride. Удобные лямки, мягкие. Собственно, на спине смотрится великолепно. Не выглядит массивным, в то время как помещает в себя достаточное количество прибамбасов, которые хватит любому активному человеку в течение дня. Также есть фастексы для быстрого сброса рюкзака. Вот, собственно, сам рюкзак на спине. Вот фастексы. Оп. И сбросили рюкзак. В роллтопе классическом от Hardride таких фастексов для быстрого сброса нету. Вместо одного кармана там два, но сейчас я вам покажу. Вот тот, с которым хожу я. Его отличие в том, что ноутбук кладется с внешней стороны. Здесь есть такой вот внешний карман. Вы кладете сюда ноутбук, застегиваете, закрываете.
В цивилен же ноутбук внутри. Внутри под этот кармашек сделан. Потом в классическом роллтопе два кармана и два, так сказать, потайных. А в цивилине он один. И плюс еще боковая молния для того, чтобы попасть внутрь, такая же. Один карман потайной внутри, точно такой же, как там. Про фасексы я уже сказал, здесь их нет. И этот рюкзак сделан уже, нежели этот. Этот выглядит более компактно, нежели классический роллтоп. Вот. Надеюсь, я вам все понятно и доступно объяснил. Цена данного рюкзака, данного роллтопа цивилен от компании Hardride — 2100 гривен. Это отличное капиталовложение, скажу я вам. Потому что этот рюкзак убить невозможно. Он сделан из кордуры 1000D. Кто не знает, что это за материал, загуглите, потому что я буду рассказывать долго и скажу очень много ненужных слов, вот, подбирая правильные слова. А Google вам расскажет это все более с технической стороны. Скажу лишь одно. Попадая под дождь, данный рюкзак не промокает, а просто становится влажным. Вот, у него есть влагоотталкивающая пропитка. И сколько я не попадал под дождь с данным рюкзаком, сверху он мокренький, внутри все сухонькое. Большое спасибо вам за внимание. С вами был Любомир Борода. Ждите новых обзоров.